Всем привет, дорогие друзья, с вами я тут, и сегодня мы продолжаем играть с вами в Fallout Shelter в 69-м убежище, где живут все женщины и лишь два мужчины. Сегодня будем выполнять задание, которое называется «Военная карьера», в частности, прокладывая путь. Сейчас первое задание выполним. Этот кусочек первой особенно части будет уже из видео, которое вы смотрели, поэтому могут быть накладки, ну тут ничего страшного, нет, не пугайтесь, а вот все остальные уже будут чисто оригинальные. Итак, значит, начинаем прокладывать путь. Отряд мы с вами собрали. Давайте дойдем мгновенно побыстрее, чтобы они добежали. И начнем наше телодвижение навстречу мобам. Так, и это новый квест у нас начинается. Давайте посмотрим, что там будет у нас интересненького. Расчистить путь отряду Братства Стали на заводе. Вау. Окей. Это что-то действительно новое. Да, надо было этим заниматься. Не тратить бутылки на всякую фигню, честно. Ну, давайте расчистим. Это уже прям с Fallout 4 перекликается, когда мы там расчищали, блин, проходы. Братство устали. Давайте сейчас тоже им расчистим. Тем более, что на нас силовая броня одета. Мы в некотором смысле... Похожие на Братство Стали. Отлично. Окей, здесь мы все сделали. Давайте дальше. Что тут у нас? Ничего у нас тут нет. Окей, бежим дальше. Так, теперь сюда. Да что, где, кто? Вообще непонятно, кто. Наверное, на самый верх нужно было идти. Логично было бы. Так, ну здесь хотя бы... Что-то лежит у нас. Хотя бы какие-то вещи. Вообще-то мы только в двух комнатах сопротивления встретили. Я надеюсь, что так и будет и дальше продолжаться. Что мы быстро такой блицкриг проведем. Вот у нас тут мамаша. Давайте мочить мамашу. Готово. Поджарили свининки себе. Так, еще бутылочку. Бутылочка, это хорошо. Так, собрали. Ух ты, рецепт на новое оружие. Вот это интересно. Потому что у нас с вами было оружие, на которое давно уже не было рецептов. Так, спасибо за то, что вы уничтожили этих грязных тварей. Да не вопрос. Знаете ли, из вас могли бы выйти хорошие солдаты? Окей. Продолжайте в том же духе, и тогда мы сделаем вас почетными членами братства. Окей. Спасибо, чем мы еще можем вам помочь. Может уничтожить мерзкие гули в убежище 840. Удачи вам. Да не вопрос. И дали нам еще для комнаты кусочек. Слышишь? Окей. Так, здесь мы все сделали. Ну, давайте сюда еще пробежимся, в эту комнату. Может, что-нибудь здесь есть? Бутылочки какие-нибудь? Нет, фигня всякая. Все, давайте возвращаться. Вернуться в убежище, окей. Так, да, вернуться в убежище. Давайте посмотрим, что нам дали там. Интересненького. Так, мгновенно дойти. Подтвердить. Мы же не будем с вами 49 минут ждать. Нет, если хотите, я готов подождать, не вопрос. Собираем. Ржавая плазменная винтовка. И вот за этим рецептом мы ходили. Блин, да вы просто трэш. Но походу они добавили опачки. Житель нашел фрагмент рецепта. Столовое братство стали. Дубль. Интересно. Закрыть. Что за дубль получается? Окей, друзья, тогда давайте отправляем их на следующую миссию. Вот сюда, вот вынос мусора. Где наша бригада? Вот она. Запускаем их туда. Плазма, плазма, плазма. Отлично. И пошли на задание. Бегите, бегите, бегите. Так, друзья, мы выполняем задание. Наши девчонки вот уже здесь почти на месте по выносу мусора. Это военная карьера. Давайте мы его сейчас с вами сделаем. Так, вынос мусора.
мгновенно дойти за бутылочку, подтвердить. Давайте дойдем, посмотрим, что там у нас есть. Посмотрим, что же там интересненького. Так, очистить от гули убежище 840. Ну давайте очистим. Посмотрим, что у нас же здесь интересненькое. Так, сюда. Сюда. Соберем. Прочитал информацию о том, что вроде как в обновлении, ну, естественно, добавили новые квесты, это уже все понятно. Ну и помимо прочего, еще добавили новую локацию. То есть помимо зданий и убежищ, теперь будут еще пещеры. Пещеры пока мне не попадались. Надеюсь, в ближайшее время попадутся. Почему мы сюда не можем попасть, я не понимаю. Где? Йоу, что случилось? А, вот они. Я что-то потерял их. Жмаку, они не бегут. Чем скорее мы сделаем, тем скорее вернемся в убежище. Ну да, типа того. Так, а нам нужно зачистить его, да? Я правильно понимаю, зачистить от гули. Что-то гули я не наблюдаю пока что. Какое-то хитрое у них убежище. Хитро сделанное. Но мы с вами сейчас справимся. Давайте все ниже и ниже. Вот и гули. Так, мочим из зелененького. Ноги не зелененького мочу, по-моему. Ну да ладно. Так, стойте, не трожьте кошку! Кошку не трожьте! Так, лечимся. Здесь тоже сейчас подлечимся. Все нормально. Что-то как-то тяжеловато далось. Навык потерялся. Так, бежим дальше. Сейчас там еще такая же комната, наверное, с такими же гулями. Нет, там все нормально. Давайте дальше. У меня почему-то такое чувство, что зелененькие нам еще встретятся. Все не так просто. Так, вот еще здесь обычный гуль, но ничего, этого мы сейчас прибьем. Отлично. Ниже спускаемся. Так, а тут у нас, смотрите-ка, опять Братство Стали. Вы определенно сведущи в такого рода делах. Мы хотим сделать вас почетными рыцарями Братства Стали. Добро пожаловать в команду. Это честь для нас. Что нужно сделать? Еще одному отряду в офисе Робка нужна ваша помощь. Окей, нам дали опять эту хрень. Ну, давайте пойдем в офис Робка. Здесь-то есть кто-нибудь? Здесь больше ничего нет. Ну все, нам, в принципе, здесь больше ничего не нужно. Возвращаемся назад, окей. Вернуться. Посмотрим, сколько сейчас по времени будем идти. Давайте, ребята, загружайтесь быстрей. Так, 59 минут, одна бутылка. Есть у нас бутылки? Бутылок у нас, к сожалению, нету. Ну, придется немножко подождать. Так, друзья, наши девчонки вернулись. Собираем, давайте собрать жителей. Нашел фрагмент рецепта жилая комната. Опять дубль, собрать, окей. Закрыть. Дальше что еще? Больше ничего, отлично. Но мы можем пойти с вами на следующее задание. Это будет у нас военная карьера, третья часть, рыцарь без страха и упрека. Давайте туда пойдем. Собираем нашу банду. Плазма. Собираем их аксессуары и начинаем задание. Все, ребята и девчонки, точнее девчонки, пошли на задание. Но нам остается ждать, когда они туда прибудут. Прибудут они туда. Я так понимаю, что еще не скоро. Рыцарь без страха и упрека. Делаем, начинаем. И давайте посмотрим, что же там у нас будет. А, больше того, мы сейчас одним глазиком откроем с вами будущее. После этого посмотрим, там появились новые квесты, которые относятся к Дню Благодарения. И мы скоро будем их делать отдельно. Но все
не сразу. Надо немножко подождать. Итак, мы на месте. Поддержать солдат в офисе робко. Давайте поддержим, посмотрим, что у нас здесь есть. Мне вообще складывается огромное чувство дежавю, что мы все это уже видели где-то почему-то. И я даже не знаю, как так получается. Я обязательно проверю, играли ли мы во что-то такое или нет. Но почему-то мне кажется, что с братством стали мы уже дела с вами имели. Ой, не то, я нажал. Все, всех вроде завалили. Окей, давайте быстренько подлечимся. Так, идем в офис робко собирать пробки. Крышки, точнее. Так, тут у нас рад скорпионы все. Ну, кстати, не очень большое количество всякой этой живности. Вроде как мы нормально справляемся, без особых проблем. Что мне, в общем, не может не нравиться. Окей, здесь давайте собрали, все собрали. Опять кусочки эти пошли. Блин, сделали бы вы новые комнаты хотя бы. Там, что так сложно было? Кого вы там еще не сделали? Подземку сделали, минитменов сделали. Во, бандосов каких-нибудь бы сделали. Вот это было бы прикольно. Ой, смотрите, какой скорпион здоровый. Сейчас мы его за фаршем. Набьем фаршем из индейки. Во, точно. Так и сделаем. Наверное, прикольно должно получиться. Так, ну все, вроде мы их раскидали. Давайте соберем. Опять эти деньги дают никому не нужные, эти крышки. Ну, вот что вы нам все крышки, да крышки, дайте что-нибудь полезное. Он сейчас будет говорить, наверное. Нет. Будет драться. Я думал, он хороший, а он плохой оказался. Ладно, ждем. Ждем загрузки. Так, здесь у нас все чистенько, аккуратненько. Идем дальше. Я думаю, может быть, нам нужно было вниз пойти. Поддержать солдат в офисе. Робко. Вот что-то прям вот дежавю-дежавю такое. Но, не знаю. У меня такое ощущение, что уже делали эту миссию. Так, вот солдат. Спасибо за помощь, но вы опоздали. Как так? Какие-то рейдеры похитили командира отряда, а меня тяжело ранили. О май бог! Отдыхай, мы спасем твоего командира. Спасибо, если поторопитесь, то найдете их на заводе по розливу ядер колы. Отлично. Мы готовы поторопиться. Ну, как же ты потерял своего командира? Как тебе не стыдно вообще? Офигел ты? Боец, блин, называется. А командира надо защищать ценой своей жизни. Дайте нам бутылок хотя бы. Давайте вниз спустимся, может там что-то есть. Что-то у меня большие сомнения, что там что-то есть. Но проверить-то надо. Вдруг там что-нибудь, то, что нам нужно. Например, бутылки. Потому что бутылки нам катастрофически не хватает. Давай, поршнями шевелите быстрее. Им надо сделать возможность апгрейда костюмов. И ввести уже, наконец, супермутантов в игру. О, кто-то тут есть, прикиньте. На. Готов. Я даже не заметил, что они его начали убивать. Как-то он так неожиданно появился, слился с интерьером. Так, ну вот у нас тут еще один. Давайте его закукошим. Еще за кукошем. Хорошо, что они по одному вылезают. Ну, то есть это не заморотно. А то, знаете, обычно толпы там по 6 человек нападают. Так, ну вроде все. Силы на исходе. Ну и бутылок мы так и, к сожалению, и не нашли. Увы, как говорится, и ах. Ну что ж, друзья, тогда возвращаемся в офис. В общем-то, здесь миссию мы свою закончили, бутылок ноль. Это плохо, потому что нас будет ждать много-много-много всего нового в последнее, в ближайшее время, потому что с новым обновлением все-таки вышли квесты. Они заранее были, видимо, по времени как-то
Забубень. Слушайте, а у нас есть чем дойти. Давайте дойдем. Чё, нормально, чё мы? Рыжий, что ли? Не. Давайте дойдем. Рыжий, я надеюсь, вы не обидели, что я так сказал. Так, собираем этого говна. Ой, нам дали рецепт, кстати. Прочный костюм наемника. Ну-ка, собрать. Есть у нас такой прочный костюм наемника? Собрать. Открыть. Дайте-ка глянем. Мне даже стало интересно. Так, прочный костюм наемника, костюмы. Костюмы. Слушайте, похоже, его не было у нас как раз. А, нет, есть, вот он. Мы его просто так получали без рецепта. Но, как вы видите, рецептов они тоже добавили вот с этим обновлением, потому что на часть костюмов рецептов не было. То есть их приходилось именно, ну, грубо говоря, получать по квестам, да, по каким-то. Либо просто выбивать с монстров. А скрафтить нельзя было. Так что, да, есть. Не всю одежду можно было скрафтить. Теперь, я так понимаю, что можно будет всю, ну, либо, по крайней мере, больше, чем раньше можно было. Это уже хорошо. Окей, давайте посмотрим. Одним глазик. Посмотрим с вами новую миссию. Брюхан. Пим-пим-пим-пим. И, как вы видите, здесь индейка нарисована. То есть это все с Днем Благодарения связано. Кстати, обратите внимание, сколько здесь вообще всего миссий дофига. У меня столько команд нету, чтобы все это сделать. Ну, давайте мы сейчас тогда запустим вот эту последнюю миссию из военной карьеры в сияющих доспехах. Спасите солдат по трейдеров на заводе по розливу ядеркулы. 11 часов туда бежать придется. Это, конечно, очень долго и очень муторно. Ну а что делать? Ничего не поделаешь. Бежим. Так, нет, топ-ган я не хочу. Отправим туда опять плазму. Где у нас плазма? Вот она. Плазма чем хороша, у нее есть кошка, которая быстро-быстро возвращается. Вот это вот, конечно, да. В принципе, ее можно перекинуть вообще на кого угодно, но, опять же, по моим ощущениям, плазма и быстрее всех уничтожает врагов. Все, начинаем задание. Может быть, нам потом еще бутылочек кто-нибудь донесет, и мы еще ускоримся. В принципе, там 6 бутылок надо для того, чтобы все это сделать. Так, друзья, наши девчонки уже вернулись. Вот оно в сияющих доспехах идет. Называется «Военная карьера 4/4». И давайте мы ее возьмем. Кстати, смотрю, здесь еще куча каких-то квестов появилось. Ладно, давайте посмотрим в сияющих доспехах. Да, начать. Посмотрим, что же там было интересненького в финальной части и что нам в конце концов дадут по этому квесту. Найти отряд командира братства стали. Побежали. Сейчас мы их найдем, посмотрим, что там за кексы прячутся в этих костюмчиках. Нет, силовая броня — это, конечно, очень круто. Но если бы она была так крута, как непосредственно в Fallout 3 там, или Fallout 4, вот это было бы да. А здесь это, конечно, так, фуфло. Как халат какой-то одели и вперед. Могли бы, конечно, сделать его более крутым. Так, давайте поднимаемся наверх. Сколько у нас? 3 этажа получается. Сейчас мы быстренько разберемся с этими кексами, но что-то как-то они не спешат умирать на самом деле. Наверняка нас как кто-нибудь в засаде очень мощно поджидает. Здесь же не может быть в финале никого мощного не быть, правильно? Да, обязательно должен быть какой-то типа босс. Биг босс. Или не очень биг босс, но должен быть. По крайней мере, нас уже зигзагом пустили, это уже о многом говорит. Так, вот и босс какой-то. Ну, пока, может быть, не очень крутой. Ну, давайте попробуем с ним разобраться, чтобы он не вздумал ничего кидать, гад такой.
А вот и все, как-то быстренько мы его разобрали на запчасти. Эх, все-таки людишки такие хрупкие. Так легко их убить. Так, опять какой-то чертеж на оружие взяли. Что это такое? Отличный результат, солдат. Говорят, все вы превращаете свое убежище в аванпост Братства Стали. Мне приятно сообщить вам, я тоже считаю, что лучше места не найти. Увидимся там, солдат. Вольно. Мэн, ты чё, припух? У нас только чисто это, женский коллектив. Зашибись. Ну ладно, дайте возвращаться. Командира мы нашли. То есть в результате всей этой фигни нам дается командир. Ой, Сара Леонс. Это же золотой этот чел. И тетка. Блин, я даже не знаю. Давайте посмотрим. Может быть, мы ее и оставим. Сара, в общем, такая прикольная тетка. Такс. Давайте возвращаемся назад. Дайте мгновенно, одна бутылка нас будет ждать. Давайте, наверное, за бутылочку дойдем. Так, нет, это не то. Прикиньте, я забыл, кто. Наверное, вот эти вот. Подтвердить. Главное не ошибиться, одна последняя бутылка. Если выберем не ту команду, то все. Собрать, закрыть, собрать. Так, дубль нам дали денежку. Слушайте, ну вот она, Сара. Вот она, Сара. Давайте мы ее позовем к нам сюда в убежище. Окей. И девчонки пусть у нас гуляют. Ладно. Так, посмотрим, что там за Сара у нас. Сара. Смотрите, клевая Сара. 41 уровень. И я так понимаю, что она у нас одна из золотых жителей, да, получается? Да, вот она. Сара Лайонс. Да, прикольно. Прикольно, друзья. Вот у нас есть уже Мойра Браун, Сара Лайонс. Больше никого нету, к сожалению. Но хорошо, что есть так. Ладно, окей, пусть будет так. Это круто. Уж не знаю, что вам достанется. Наверное, то же самое достанется, что и мне. Я предполагаю. Ну что, на этом мы с вами тогда заканчиваем. Продолжим в следующий раз. У нас уже 200, кстати, жителей. Надо будет кого-то одного, самого слабого, наверное, самого неинтересного выкинуть жителя, чтобы было хотя бы одно местечко под кого-то нового. Но этим буду заниматься уже без вас. Так что приходите еще, будет много всего интересного. Пока-пока.